В 17 серии сериала «Невеста из Стамбула» Фарук очень расстроен тем, что Сюрия, узнав тайну, исчезла из виду, даже не дождавшись объяснения. Теперь Фарук везде ищет Сюрию и старается не терять надежду. А семья Баран уже приготовились услышать плохую новость от Сюрии. Фарук переживает самый сложный период жизни. К тому же, узнает правду про Адима, и он чувствует, что не может даже дышать без любимой. Эсме сложно пережить произошедшее. Она начинает все больше злиться и на Сюрию, и на Адима.